Отважные рыцари и прекрасные дамы, героические битвы и придворные интриги. Эпоха Средневековья неизменно привлекает художников своими яркими и романтическими образами. Это большой период истории нашей страны, который был насыщен множеством политических, культурных, общественных, военных и других событий. Свое продолжение они нашли и в последующих эпохах, и как отражение этого в работах белорусских мастеров. Выставка отражает скорее фантазии авторов, на их взгляд на то время. Но что касается конкретных исторических событий, то здесь предстают пред нами иллюстрации Михаила Басалыги на тему Витовта, Алельки, белорусских героев, Рогнеды, отражение Грюнгвальдской битвы, битвы с татарами, либо битвы на Немиге. Ну, такие вот акценты. Выставка «Рыцарский роман» прибыла в наш город из столицы. Это коллекция работ из фондов Национального центра современных искусств. В экспозиции около 40 произведений, выполненных в различных техниках и жанрах. Все они отражают тенденции развития белорусской живописи и не только. Безусловным украшением выставки стали сценические костюмы Натальи Смоляк по мотивам костюмов 16-17 века. Она фантазирует на тему «Черной пани». Это Барбара Радзивилл вдохновила ее на создание этого костюма. И «Белая пани», которые отражают историю строительства монастыря францисканцев недалеко от Гольшан. Задача выставочного проекта – представить зрителю художественное осмысление наследия средневековой эпохи Ренессанса в культуре Беларуси посредством работ отечественных живописцев и графиков. В целом экспозиция представляет собой диалог между прошлым и будущим, наследием и современностью традиций и инноваций. Смотреть картины очень интересно, что они загадочные. Смотришь, вначале вроде ничего так не замечаешь, ничего. Но если потом всмотреться в эту картину, то здесь какая-то вот неизведанность в этой картине. Ну и что, а неизведанность всегда влечет, что хочется, значит, узнать, а что там, а что как было. Они высокопрофессионально выполнены и в графике, и в живописи. Не перестаешь восхищаться нашими белорусскими все-таки, вот. Художниками, да, это интересно. Вот, ну, такое вот разнообразие картин. Познакомиться с яркой красочной выставкой, окунуться в атмосферу рыцарской эпохи бобруйчане и гости города смогут до начала декабря. Людмила Любимцева, Владимир Гребеневич, Бобруйск, 360.